вас на четвертом дне Moscow Coffee and Tea Expo в рамках пира, которому в этом году исполняется 20 лет. Третий день. Третий день. Я просто думаю о том, что еще и завтра у нас чемпионат. Мой коллега сегодня по... И завтра, да. По развлечению и многоговорению. Максим Бобренев, давайте наградим его бурными аплодисментами. А для меня жиденький, как обычно. Я хотел бы напомнить, что победитель московского отборочного тура попадет сразу в финал российского чемпионата. Вот. И ему не надо будет вот это вот отборочный, ну не отборочный, да, в смысле полуфинальную стадию проходить, он сразу прямиком в финал. Это у нас, мне кажется, первый раз, да, за всю историю чемпионатов. Так немножко поменялись правила, поэтому победить на отборочном туре стало гораздо приятнее, гораздо интересней и вообще, в принципе, веселее, мне кажется. Так выиграл сразу и уже в финале. Да, но мне кажется, что вообще, в принципе, чемпионаты растут, да, уровень растет и выступлений, и участников, и завтра будет очень интересный день. Сегодня не менее интересный, но завтра будет выступать, да, чемпион России этого года. Опять, да, чемпион России прошлого года. Ну что же, Наталья, привет. Ваши бурные аплодисменты. Ларина, Наталья, скажи нам что-нибудь. Привет. Здравствуйте. Отлично. А ты откуда? Я из кофемании. Из кофемании. А из какой? Аэропорта Шереметьево. Из аэропорта. И вкусный кофе там. Спасибо тебе большое. Ну что ж, давайте поприветствуем судей и наградим их бурными аплодисментами. Это не бурные аплодисменты, ребята. Ну что ж, правила ты знаешь, регламент ты знаешь, руку вверх, когда будешь готова, время, удачи. Спасибо. Готовы? Музыка. Здравствуйте, уважаемые судьи. Меня зовут Наталья, я работаю в кофемании. Могли ли себе представить эфиопы в далеком прошлом, что их незамысловатое ремесло приведет к такому бурному и масштабному развитию и вылиться в целую кофейную индустрию? Именно благодаря им в настоящем профессионалы во всем мире могут наслаждаться поиском новых возможностей кофе, будь то фермеры, обжарщики, баристы и многие-многие другие. Выбирая зерно для чемпионата, я нисколько не сомневалась, что это будет Эфиопия натуральной обработки. Она покорила меня своим диким, интенсивным вкусом и высокой плотности. Так, мой кофе из Эфиопии. Регион Эргашив, микрорегион Гербота. Станция обработки Сэмюэл Милл. Мой кофе был собран на высоте 2100 метров в январе этого года. В его обработке сочетаются вековые традиции и проверенные временем качество и точность. Кофе собирали и сортировали вручную. Сушили на африканских кроватях 7-17 дней. А для равномерности сушки их перемешивали каждые 2 часа. Полдень и ночью их бережно укрывали под пластиком. Благодаря всем этим факторам я могу быть уверена в чистоте и стабильности каждой своей чашки. Для приготовления своего эспрессо я сейчас использую 17 грамм кофе. А вес моего доппио 30 грамм.
По вкусу эспрессо вы почувствуете гвоздику, ежевику, черный чай и апельсин. После использования ложечки можете поставить обратно в стаканчик. Пожалуйста. Эспрессо для вас. Ваш эспрессо. На самом деле герботу мы варим в нашей кофейне. Она входит в состав нашей эспрессо-смеси. Сегодня я решила представить ее вам в сольном варианте. Для этого мы с обжарщиком Романом поработали над профайлом и решили сместить акцент с карамелизации на энзиматику. На мой взгляд, натуральная обработка Эфиопии, а особенно моя гербота, идеально сочетается с молоком. И я докажу вам это двумя способами. Первым способом будет мой авторский напиток. В нем я раскрою насыщенную ягодность, полученную герботой от терруара. Напиток будет двуслойным. В внешнем слое будет эспрессо и черносмородиновый сироп. А верхним слоем будет нежный обволакивающий сливочный мусс. Я варила 2 часа на медленном огне в соотношении 1 часть воды, 1,5 части сахара и 2 части ягод. Благодаря этому соотношению сироп получился сбалансированным и насыщенным. А сливочный мусс я приготовлю из сухого молока, измельченной морской соли и экстракта ванили. Сливочный мусс будет прохладным и обволакивающим. А эспрессо и сироп комфортной температуры 40-45 градусов.
Итак, я смешиваю три допио. И 10 грамм сиропа. С помощью криммера я взобью 40 грамм заранее заготовленной пудры. И 200 миллилитров молока. Молоко я вливаю порционно, чтобы текстура получилась однородной в криммере. Осталось 5 минут. Спасибо. Итак, во вкусе первого глотка вы почувствуете. Зефир. Чернику и клубнику. Затем подождите пару секунд, пожалуйста, и покачайте бокал в руке. Затем попробуйте. И во вкусе второго глотка вы ощутите ириску, пожалуйста, и темный шоколад. Пожалуйста. Эспрессо отдала уже. Пожалуйста. И для вас. Как я уже и сказала, способ доказать вам, что эфиопия идеально сочетается с молоком, будет два. Может быть, вы уже смогли догадаться, что вторым способом будет мой молочный напиток. 3 минуты. Спасибо. Для его приготовления я использую низколактозное молоко. Во время распада лактоза делится на простые сахара. В свою очередь, эти сахара добавляют молоку с ярко выраженную сладость. И эта сладость поможет моему эспрессо добиться идеального баланса в молочном напитке.